На базе СВГУ Общественный совет при УМВД Магаданской области провел прием граждан. Основная цель встречи общественников с жителями города – услышать и помочь в решении заявленных проблем. Общественный прием граждан, которые хотели бы, чтобы мы оказали им помощь в решении их личных вопросов, да, связанных с областью правопорядка, нарушения их прав. Возьмем, что называется, на карандаш, обязательно установим связь с соответствующими участковыми и уполномоченными, постараемся решить проблемы. Нуждающихся в помощи оказалось немного. Самым проблемным случаем стала затяжная история гражданско-правового характера в семье жительницы Магадана. По ряду причин она не знала, куда ей обратиться. Представители совета разобрались в деталях дела.